Ребята, всем привет! С вами Аня. В прошлом видео я показывала вам обзорчик на свою коллекцию динозавров из мира юрского периода, а в этом видео я буду оживлять для вас 14 карт с дополненной реальностью. Также увидите невероятно красивые модельки динозавриков, которые достаточно хорошо прорисованы, и очень много интересной информации про них, даже интересные факты. Так что, ребятки, всем приятного просмотра! Так, ну что, а мы начинаем оживлять наших динозавриков. Так, карточка сканируется. Вот такая вот у нас птица Птеранодон. И вот про них написана справа информация. Вы можете различить Птеранодона мужского или женского пола с помощью их гребня. Особи мужского пола, как правило, имеют более яркие красочные гребни, чем самки. Вот такая вот у нас информация. Так, следующая карточка. Такой толстенький. Это мозазавр. Мозазавр – это огромная водяная ящерица со специальными толстыми чешуйками, которые делают этого океанского хищника более быстрым. Стрёмная штука на самом деле. Так, следующий. Так, всегда любила этого динозавра. Трицератопс. Первые окаменелости трицератопсов, изучаемых учеными, сначала были спутаны с рогами большого бизона. То есть, да, вот такая вот интересная информация про этого динозавра. Так, следующий у нас. Тираннозавр Рекс. Хотя тираннозавр не был столь мощным, как Индоминус Рекс, его укус был более сильным. Ну, такая бедная какая-то информация, на самом деле, ее слишком мало, но... Так, следующий у нас. Что-то перевернулся. Так, анкилозавр. Его броня покрыта слоем кератина, именно того материала, из которого состоят и наши ногти. Довольно-таки интересная информация, я этого не знала. Так, сканируемся. Так, стегозавр. Стегозавр может вращать свой шипованный хвост со скоростью 40 метров в секунду, достаточно быстро, чтобы прокалывать плоть и ломать кости. Довольно-таки опасный динозавр. Так, следующий. Прилег отдохнуть. Так. Спинозавр. Спинозавр уникален тем, что он является полуводным динозавром, который проводит больше времени у воды или в воде. Честно говоря, если бы мне его показали, то я бы в жизни не сказала бы, что он как-то связан с водой. Так. Ух, какой. Пахицефалозавр. Пахицефалозавра очень легко узнать по его невероятно толстому черепу, стенки которого достигают толщины 25 сантиметров. То есть, блин, ну это очень-очень толстый череп. Так. Следующий. Паразауролов. Если паразауролов обеспокоен, он может оглушительно реветь благодаря структуре своего пустого гребня. Интересно выглядит на самом-то деле. Вообще невероятно крутой динозавр. Так. Брахиозавр. Размер брахиозавра – это его защита. Только голодающий или сумасшедший хищник может напасть на такую огромную гору мышц. Ну, если мышцы, то значит был сильный в любом случае. Так. Апатозавр. Длинный хвост апатозавра служит не только для сохранения равновесия. Этот травоядный может использовать хвост как кнут, и при этом скорость, с которой он может это делать, превышает звуковой барьер и делает строгий отпор атакующему хищнику. Так. Такая симпатичная птичка. Диморфодон. Первые окаменелые ископаемые диморфодоны были открыты в 1828 году известным коллекционером окаменелостей Мэри Эйнинг. Так. Кампсогнат. Кампсогнат размером был не более петуха. Интересно. То есть он, грубо говоря, человеку по коленку был. Так, и последний динозавр на сегодня это... Такой вот красавчик. Галимим.
Галимим является одним из крупнейших орнитомамозавров, или как еще эксперты называют его, страусиным мимическим динозавром. Куча заумных слов, но вот такая вот информация. Ребята, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось и было интересно. Поддержите его, пожалуйста, лайком. У меня в наличии есть еще пару коллекций, которые очень хотелось бы вам показать. Ну а на этом все. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем большое спасибо. До новых встреч!